Папилломы, которые мы видим на лице, шее, в подмышечных областях, под грудью, абсолютно безопасны. Они представляют возвышающиеся над уровнем кожи доброкачественные новообразования телесно-коричневого цвета и вызывают лишь эстетическое беспокойство. Папилломы бывают на ножке и практически плоские. Их можно не удалять, но я советую это сделать, так как папилломы могут увеличиться в количестве и размере. Также есть риск травмировать новообразование, например, цепочкой. Самый быстрый и травматичный метод удаления – это лазерная деструкция. После удаления таким методом не остаются рубцы, заживление проходит быстро, и уже через неделю-полторы ваша кожа идеальна.